Ну, в преддверии Нового года, как обычно, Новый год должен проходить по семейным традициям с елкой. Ну, вот мы своей маленькой семьей решили добыть себе елку, так сказать, чтоб идол этого торжества. Ну и пошли с ребятами, как говорится, чуть-чуть подальше от своих позиций за елкой. Ну, предупредили всех. Да, так скажем, ну, рядышком, очень близко с чужой территории. Конечно, туда мы и шли, нам докладывали, говорили, что началась суета в селе, да, военные, кажется, сепаратисты с той стороны, ну, очень были обешарашены, потому что какие-то три отверженных бойца, ну, да, переступая все границы, просто, ну, пошли целенаправленно зачем-то, но они-то не знали. Когда начали подходить уже до базы, нас начали, короче, накрывать тоже минометами и всем остальным вооружением. То есть они поняли, что мы у них отобрали самое красивое на Новый год. Да, это их задело, говорится, за живое. Но, тем не менее, елочки были доставлены, украшены, да. Я не понял, что у них минус две елки. Всем в радость, да, ребята, конечно. Они остались без елки. Да, ну, они, конечно, не рискнули на такой подвиг, конечно, пойти. Ну, поэтому, кажется, чем наша украинская армия и сильна, ё-моё. Скажи, до сих пор зеленая? Да. Опа, ща. Настоящая. Да. Полтавская. Вот она, наша красавица новогодняя, да. Такая же, да, самая. Видишь, вон даже шишка есть. Такая же самая вроде. Не отпала. Ну да, сейчас она трошечки не натянула. Покажи, що прилітає. Та бо там жменю принесли. Ну, такое, если попадет, перерубить сразу. Та да, там уже обручка не поможе. Ніякий бронежилет не поможе. Та да. О. Это так. Це так, що. І з такою скоростю, що зайду. По мне кажется, что все-таки уже будет перемирие. Это мое такое. Не знаю. Ну, должны же когда-то люди устать. Ну, не роботы же в самом-то деле. Перемирие будет тогда, когда они все отсюда уйдут полностью. Уйдут свою технику, людей, наемников. Россияне. Россияне, да, уйдут. Тогда будет перемирие. А так, какое перемирие? Они ждут удобного момента, когда. Да, освобождалось еще по грибах живут. Это он еще тут шувает. В Чермалаку что-то уйдет. Какую-то бабушку, какую-то дедушку. А на той стороне вообще не видно никого. Особенно такие жители, которым вот за 40 лет, да, вот они еще ностальгия Советского Союза, они думают, если вот россияне сюда придут, они будут жить как при Советском Союзе, или я не знаю. Вот так, да, как вот она говорит, как вот женщина тут одна, вот мы раньше ездили отдыхать там, у нас и зарплаты были, все у нас было. Возьми Машку другую. Машка. И все такое. Вот она думает, что если это все назад вернется, если Россия сюда придет, то они будут так же жить. Все как дома, есть собака, есть кот, есть чай, есть для поспать. Такие вот у нас хозяйства. Натюрморт. Ну тихо, что ты рычишь? Мы думали поросенка завести когда-то. Было такое. Все. Перемирие тут тоже таки было. У нас старой кухне заварили чаю тільки. Тільки пішов лимонов з півпину. Позвонили не стріляти. Тільки прийшов, сказав, ну хто таке прилетіло, що. Путін уже трошки і поняв, що санкції немножко давлять його, що він це понімає, що. Мне кажется, ничего он не понимает. Оно. Ну, больной человек. Санкции, да. Народ до России страдает. У себя бы порядки в стране навел, а потом лез в другую страну. И все. Не, кто ну, кто бы вообще подумал, что я в 37 лет приеду сюда вообще воевать, автоматом. Да, это. Да, даже не то, что не представлял, никогда даже и в мыслях не было. Ну как в мыслях? Даже мы. Не, ну мысль-то по-любому, вон, например, Осетия. Не, я понимаю, не, я думал, что, ну, Осетия, я как-то, ну, Украина, Россия, это, ну, совсем как-то, ну, не знаю. Без войны не можно, на всю жизнь воюет. И тут так, на, получается.
Вот он только гумконвой привезут, и нам как прилетит этот гумконвой, да так хорошо летаешь, ой. До следующего. Угу. Потом чуть перемирие, только, ну как перемирие, тишина, видать, заканчивается гумконвой. И опять по новой, если привезли, опять прилетело. Взрывоплашно тушеное. Вот мы еще и шутили, когда он по нам около 100 штук за день наложили, как раз на днях ему гумконвой этот пришел. Это только по нашей позиции. Да, это только по нашей. А сейчас его привезли, то здесь везде так летало. И президент поменялся, и только хуже стало. Неработный зарплат. Те, что обещал президент Шекингова, как президент обещал перед выборами. А то будет длиться не днями, а часами. Да. А получилось, что будет не днями, а годами. Миш, а то было, как бы был там один пистолет, два автомата у них, но не танки зрадами. Ну то было потом. Это уже война получается. Ну, война настоящая. Если б их тут дети воевали, вони что-то думали, а так, а что? Таке чувство, що це для кого-то війна, а для кого мать родна. Для кого-то хороший заробіток. Ну так. Да. Речі злиться, коли він знаєш. Ти знаєш, блядь, гавкає, тікає, блядь. Вона сама, я скажу, поїсти. Потому что лучше перцик утащил, понял? Ага. Ничего, гавкать начинает. Вот так вот отойдешь, потом возвращаешься в темноте, она аж видит, и уже гавкает, уже хорошо. Уже предупредить, если что. Понял, что не виноват. Институт, такими глазами на меня пишет.